Після того, коли ми почали публікувати відео з зверненнями до своїх родичів, мешканців Курської області, до нас почали приходити листи, прям такі, де люди просять знайти їхніх родичів, аби впевнитись в тому, що вони живі, здорові і що з ними все гаразд. Ось один із таких листів. Доброго вечора. Я вас благаю, допоможіть знайти мою маму. Вона проживає в селі Козача Локня. Редька Тетяна Іванівна, 1957 року народження. Я нічого не знаю про неї вже місяць. Може, є списки, може, інша інформація. Вирушаємо в країну рабів, де кожен з мешканців не хоче війни, але не хоче приймати участі в політичному житті своєї країни. З'їздимо до них, знайдемо, порадуємо їхніх родичів. Здорово! Візьміться за поручні. Закройте глаза, дышите глубоко. Я страшно. Я сказала, что это Таня, это ее фамилия. Спасибо. Только вы же меня хоть не... А дочка испугается, яка мама страшнючая. Доченька моя, сыночек, мамочка в Козачьей Локне, я жива. Дочечка, я тебя люблю, родненькие. У меня все хорошо, картошку копаю, я жива, все в порядке. Дочечка, не волнуйся за мамочку, я за вас переживаю. За сыночка, за внучечек. А у меня все хорошо. Ну как? Тут у нас не дуже хорошо, но мы живы. Спасибо. Картошку копаем, вот на костре кушать готовим. Ну я вот это ж папу похоронила все здесь. Ну у меня желание здесь еще сестру, я не знаю, она в суд же пошла. Я не знаю, жива она или нет. А как там в Харькове? У меня ж там тоже сынок и зять, и все, и муж. Ну погано. Харків обстрілюють кожного дня. Да вы что, божечка. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Викторовна Штец. Я живу в Козачьей Локне. У меня родственники у меня в Харькове живут. Родная тетя, Котляр Людмила Ивановна, Сергей Николаевич, Андрей Николаевич тоже в Харькове. Это мои племянники. Все хорошо, мы живы-здоровы, нас ребята не обижают, все хорошо. Как вы там? Если есть весточка, подайте, пожалуйста, нам весточку. Еще не знаю, как можно это спрашивать или нет. У меня муж уехал в Москву на заработки. Я не могу его найти теперь. У меня штец Владимир Иосифович, гражданин Украины. Уехал в Москву на заработки. Простите. Назад не смог вернуться. Вахта давно закончилась, уже не знаю. Помогите найти его. Мы выставим, а там уже будут, может, искать по фамилиям. Потому что российские власти запретили выставлять информацию, кто кого ищет. Почему? Твари, сука, вонючие. Почему? Откуда я знаю почему? Потому что они так к вам и относятся. Так нас бросили все. Я говорю, дали бы сейчас Путина голову положили, вот топор, я бы ему... Вы знаете, ребята, вот честно, я не подхалимничаю, мы никогда не были за Путина. У нас, вот по селу у нас 90% у нас против Путина. У нас все против Путина. Я не знаю, правду я скажу или нет, убьете вы меня за это. Мы бы хотели, чтобы у нас был белорусский батька президент. Ну, не знаю, ну, так все хотели. Наступний лист. Сулейманов Акіф Бахман Аглы. Суджанський район, село Козача Локня. Ми точно не знаємо, на якій вулиці він зараз знаходиться. Вдруг його вместе з другими мирними собрали. Ну, тисячу тебе просили, щоб ми записали, що ти жив здоров. Спасибо. Передаш привіт. Это з Харкова, да? Не знаю, зараз прочитаю, скажу. Меня зовут Акиф Сулейманов, улица Харитоновка, дом 23 живу. Ну, в данный момент я там не живу, потому что один. Вот, Новоселовка, 11, так, Оля, у тебя? 11. 11 дом, живем вместе, чтобы удобно было. Ну, кушать готовить, все на там, дай Бог здоровья ей. Ну, кое-что находим, кушаем, воду берем. Люди хорошие,
все нормально, все хорошо. Украина у меня друг живет. Семья в Германию уехала, когда вот это началось. А он там живет. Украина еще этот, да, Коля, то там родственники, да? Да. Дядька. Да, да. В Украине друг живет. Брат Фил тоже не знаю. Сейчас где он? Ну, хлопцы, доброго здоровья вам. Счастливо. Счастливо.